Здесь собрались тысячи активных и одаренных школьников со всего края. С праздником ребят поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, пожелал виновникам торжества успехов и исполнения желаний. Кубань-то наша, она такая солнечная, уютная, теплая, потому что в ней живете вы, наши дети. Настоящее, друзья, имеет смысл, а будущее видится счастливым, когда вы улыбаетесь. Это для нас, взрослых, самый основной, самый главный индикатор того, что мы делаем, ваши улыбки. Через 10-20 лет вам, именно вам предстоит делать будущее своего района, хутора, села, нашего края, а может быть, нашей страны. Вы, главное, верьте в себя. Никогда не сдавайтесь. И даже если упали, поднимайтесь и смело идите вперед, идите к намеченной цели. Победа любит тех, кто настойчив. Посмотрите, какой у нас огромный, большой край. Это ваш край. И неважно, родились ли вы в нашем крае или приехали сюда, сегодня это уже и ваш дом. Это ваша земля. Любите ее и берегите. На празднике также подвели итоги краевого конкурса «Стань первым». Это больше 20 детей, которые достигли успеха в учебе, спорте и творчестве. А некоторые, рискуя собственной жизнью, спасали других. Им глава региона вручил грамоты и дипломы.